Друзья, мы с вами вышли с замка и продолжаем. Оказывается, здесь есть, не есть, а здесь люди живут. Обратите внимание на эти строения. И здесь идут ремонтные работы, поэтому может быть даже шумно. Здесь асфальт, где я стою, и пошли опять камни. Вот такие вот строения, где живут люди. Вот это внизу 25 номер, и даже вот есть старый номер 103. Такая вот Мадонна с ребенком. И написано бар. Вы видели изначально, там есть вот это вот написано паны. То есть хлебный. Да, вот два соединились здания. Вот такие балки. Вот на таких балках шикарных. Лаботега дель Борго. Локанда. Ну, давайте глянем, что там в этой бутеге. И ничего мы с вами не увидели. Вот такая птица на проволоке висит. Идут реставрационные работы, поэтому создается такой шум металла. Давайте дальше пройдем. Посмотрите. Здесь вот видите, идут реставрационные работы. И как по левую сторону. Ну вот здесь вот их, это все вот уже отреставрировано. Видите, это свежее. Свежий цемент, а это старый цемент, он вместе с камнем мелким. Вот сюда весь виноград висит. Сейчас я вам покажу поближе. Прям вот он, поспевший. А вот какая голова, посмотрите внимательно. Да, вот такой вот кран. Красота. Стеклянная дверь. Видите, люди здесь живут. Так, про между прочим. Тутовник дерева. Марк вот так вот обошел. Мы видим с вами вот это вот реставрационные дела идут. Вот у них туалет свой собственный. И труба из-под низу, да? Спрашивается, а что это она, труба здесь делает? Наверное, там что-то есть под нами. И что-то там отапливается. Потихоньку развернемся. Вот еще одно такое здание с виноградом. И закрытые ворота. Ходить неудобно в обуви по камням. Большущая терраса. Но это все уже, как говорится, пристройки новые. Здесь у них что? Цветы и вот такие вот мелкие помидорчики. Тоже здание, только вид с другой стороны, где идут реставрационные работы. А здесь что мы видим? Сюда заезжают на автомобилях. Вот под этой террасой у них. Это шиповник. Вижу ягоды шиповника. Вот такая вот не то люлька, не то кормушка. Не то поилка.
И вино продают. Вот в бутылках стоит вино. То есть это магазин винный. Но на данный момент он закрыт. Крема ди Амосто Ува. Вот так вот. Вот он какой шиповник шикарный, друзья. Смотрите, какая красота. Вот я его сфотографировала. Вот шикарная фотография. Что-то женщина там с лестницы делает. И вот такая вот шикарная старинная кладка. Вот с такими окнами, где никто не живет на первом этаже земляном. А наверху, возможно, нет, никто тоже не живет, потому что стекла очень грязные, внутри никакой работы не проведено. Но есть вот это вот от молнии, отводка. Здесь рамы новые, они металлические, наверху деревянные. Все это цементом оштукатурено, и мне это вообще не нравится. Ну а что делать? Вот она, молодец. Работы проводит. Это, как я говорила вам, хлебный магазинчик, но он, видите, как закрыт. Старые деревянные ворота. А паны Строгино. Строгино, не знаю, что такое. Здесь, по-видимому, вот это вот, как бы кофе здесь попить. Но все это в таком виде, что будем говорить в пыльном. Такая вот арочка выложена крупным камнем. По-видимому, люди есть, но их мало. Я имею в виду тех, кто живут. Вот вы видели мужчину с собакой. Ой, высокий такой дом из камня и кирпича вперемешку. Может быть, послевоенные работы были. Знаете же, разрушалось здесь все во время бомбежек. Вот это вот тоже, видите, вот так вот кирпичный проем. Так, вернулись мы с вами назад. Марка нас ждет. По-видимому, кофе не попьем. И кафе? Все закрыто. Вот так вот. Никак. Вот для собачек здесь мисочки, чтобы попить. Но давно, видно, никто с собаками не ходил. И мы с вами сейчас посмотрим немножко сверху еще раз. Посмотрите, какая ширина. Вот, если моя рука вот такая вот, да, то сколько моих рук надо выложить, чтобы вот такое все это держалось здесь. Не пойму, не для железа легкая, а для дерева тяжелая. Непонятно, что это такое. Ну вот что это такое. Такой ресторан-бар, но он закрыт. Причину не знаю, может быть, сейчас к вечеру откроют, а может быть и нет. Не знаю. Но когда мы сюда пришли, тут сидели люди и что-то выпивали. Это церковь местного разлива. И месса тут идет вот в 14:30 до 15. Нет. Видно, там другой есть вход, и с той стороны закрывают на щеколду. Видите, держится на камне. Не то, что держится, а заранее все это крепилось скобами на всякий случай.
Обратите внимание, что здесь не расширенная юбочка, а наоборот, сверху расширенная, и там жилые окна. Ну вот так, друзья, с вами побывали вот в таком шикарнейшем месте. Сюда вода стекает. И, возможно, когда-то здесь лежал какой-нибудь стрелок. Все это заросло сейчас шиповником. Может быть, это даже не шиповник, но шипы видно у него. Вот такая красотища. Это где мы кушали. Вот мы с вами здесь прогуливались вот здесь вот, по этой улочке. И видели, там эти автомобили стоят. Карацерия, где покраска и идут восстановительные работы. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем желаю здоровья, удачи, долгих лет жизни. С вами была Елена Дерегетти и Марко. Вот из такого красивого места, Боргу. Жалко, что мы с вами в церковь не попали, но не все коту масленица. Марко уже подъехал на машине со стоянки. Так, вроде сюда третий, четвертый, пятый год. Не знаю, сколько мы тут уже раз были. Приезжаем, и все равно что-то новое видим. Но 4 года точно, это четвертый. А я так уже, знаете, округляю, что мы приезжаем сюда. А Марко лечится. Ну, он, конечно, без меня сюда приезжал, поэтому у него-то это все время какие-то цифры говорит, которые я вообще еще не воспринимаю, мой мозг. Желаю вам здоровья, удачи, долгих лет жизни. Всем пока.